Сегодня у нас 12 сентября 2015 года. Там у нас Амана находится. Ты, Игнатий, наш пришел для расчета с трактористом. Дверь закрывай, комары. Ага. Закрываешь, а комары тут не было. Значит, я вам сейчас показываю. Сегодня у нас 12 сентября. Выехали в 7:35. Тронулись здесь. Вот так. Закончили мы. Окончание 19:00. Рабочая получается 11:25. Угу. Это вы не беру ничего. Сейчас долой, остается 10:25. Посмотрите. А 0,5 это что, полчаса? А это я, значит, я 5 минут больше проработали. У меня по минутам считается. Я еще взял тут у вас 20 минут заправка шла. 20 минут. Вот. И 10 минут вы мне должны были. А? 10 минут вы мне должны были. Да, я должен. Значит, 10 минут там погасилось, остается 10 минут. И тут что, 15 минут. Теперь за вами будет. Как это за мной? Долгий говорит. Счет посмотрите. Ну, не хватает 25 минут до этого, до часа. И поэтому берем уже на 8. Как бы 8 выехали, а 25 за вами. Ну, до 12 кончил, уходит 11, а сейчас долой 10. 25 возвращаем, 10:25. А зачем вы возвращаете? Ну, вот выкидываете 35, и получается 10 часов ровно. 25. Вот, смотрите, допустим, мы 35 выехали. Да. 25 минут вы в этом часу проработали. И стало 8. Через 25 минут будет 8. 25 минут ваша работа здесь. Выехали сколько? 35 написано? Да. Ну, осталось 25. То есть до 8 вы работали 25. Итого получается 10 часов 25 минут. Но 20 минут здесь еще уходит, остается 5 минут. 5 минут, но моих 10. 15. То есть я должен теперь вам... Я должен 15 минут вам. Mm. Все. Так, рассчитываю. Сегодня у нас 12 число. 5, 10, 15. За 10 часов полностью и 15 минут за мной. Здесь посмотрите. Сколько сегодня работали. Так, вы деньги-то не оставляете. Давайте я распишусь потом. Деньги не оставляйте на столе нигде. Потому что двери настежь раскрыты. Вот. Значит, я недоволен Сергеем. 10 минут. Воды у него не принес. И хлеба. Элементарно что. Поэтому... Ничего страшного, господи. Что теперь? Нет, это так не годится. Я не в курсе дела. Нормально. Хлеба не было, Володя. Ты же стряпал. У меня есть хлеб. Да. Почему? Ну, хватит, хлеб что всегда был. Возьми, Володя, это на себя, чтобы проверять. Как каждый раз. Зашел, спросил. Недолго же это. Я в прошлый раз 2 кирпича принес. Вы один не взяли. Я пошел, его отдал другим. Он у вас был бы. Я с избытком взял, прямо ну, только что испекли. Ну, горячая тарелка, тут суп, помидоры, огурец. Все. Сегодня суббота, у нас обычно не рабочая. Это паук, его не надо убивать. Нет, он комара убивает. А, комар? А паук, он очень сильный, он комаров ловит. Меня не поймал. Дверь надо быстро закрывать. Его убивать, знаешь? А вот так вот, чтобы по стенке не размазывать его какой-нибудь фуражкой. Вон он. Где он? Да, туда, в комнату полетел. Вон он летает. Ну, там за лампочкой летает. Я обувши тут не пройдешь. Все. Видишь, как пешку-то не подмазали. Ну, погода-то позволяет. Еще никто не топит из нас. А, вон он сидит. Вон. На шве.
Как они появляются? Надо разобраться еще. Дверь открытая была или что? Посмотрю, я их повредил-то уже больше трех, наверное. Это Наталья все обклеила, как красиво. Смотри, как все это старалась по-боскому. Это ее работа. Везде, где не посмотришь. Ну, а тут Алексей ставил, пооборвали. Вот так. Сергей, это в лагере? Наверное, я не знаю даже, где он. Ну, надо смотреть. И ты возьми это для себя. Каждый раз спрашивай, хлеб, вода. Два слова. Остальное это без нас. Можешь договориться, что хлеб и вода за нами. Вон, иначе вообще. Вон они сидят. Вон комары. Ага, еще комары. Удобно фуражкой. Полная хата. Все. Так, ручка-то ваша? Все, тут лежала. Угу. Че? Все. Отдыхайте. Значит, до понедельника. С вещами-то что? Так, это у вас на сетку. Ага. Ну давайте я скажу. Сейчас я там еще футболку кину в тракторе. Ну давайте. Володя, вы знаете, кто стирает сегодня. Проехать. Надо. Все, посеяно. Нет. Понедельника возвратили, они погладили. С бани. Ты знаешь кто? Начни здесь. А? Напротив. С бани, что там? Есть? Бани, я не знаю. Что-то мы в бане-то оказались не очень довольны. Я даже не пошел ничего говорить. Она каждый день готовит. Нормально. На поле. Просто я давно не мылся в бане, поэтому может. Так, привыкните к бане. Так, Володя, съезди, узнай у них в бане, как. Угу. Насчет бани. Постирать и баня. Угу. Лена, у Лены баня каждый день почти готова. Да. Ладно. Чтоб сюда прийти и сказать вот это. Тут можно отдать хоть Нине, хоть кому. Угу. Не возвращайся, пока нет. Так, я поехал тоже. Скажешь насчет бани, а? Все, с Богом. Ладно, подойдешь сейчас. Спасибо, Христос, день хороший был. Я думал, был сестра.